Всем привет, это «Спортобзор» и я его ведущая Кристина Лата. В ближайшие минуты о самых важных спортивных новостях региона. Хоккейная «Сибирь» определилась с новым главным тренером. Команду возглавил Дэвид Немировский. Контракт со специалистом был подписан в минувшую субботу. Немировский – канадец с российским паспортом. Он родился в Торонто, но прекрасно говорит по-русски. В свое время его семья перебралась в Канаду из Одессы. Будучи игроком, выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Химик», «ЦСКА» и «СКА». Как тренер известен своей работой в КХЛ с нижегородским «Торпедо», у руля которого стоял 4 сезона и трижды выходил в плей-офф. «Торпедо» Немировский славилась атакующей манерой игры. Теперь такой стиль игры хотят видеть и в Сибири. Ну, это не секрет, все знают, как это, не считаю, вот май хоккей, это сейчас как хоккей играется по всему миру. Будет, конечно, агрессивно, атакующий хоккей, но опять, я думаю, много люди перепутывают, что совсем на оборону не надо играть, это неправда. Что это новый хоккей, где хоккей двигается, я думаю, здесь я ничего не придумал лично, это хоккей мир придумал, и будем так играть. Контракт с Немировским подписан по схеме 1 плюс 1, то есть на один сезон с возможностью продления. Также на ближайшие 2 года в Сибири останется Тейлор Бэк. В минувшем сезоне канадец набрал 55 очков, а также 5 очков в плей-офф. Это лучший результат в истории Сибири. 2 огненных матча провели в Новосибирске «Локомотив» и «Казанский Зенит». Команды встречались в рамках полуфинала чемпионата России. «Зенит» в этой паре был явным фаворитом и приехал в Сибирь, ведя в серии 2-0. Но железнодорожники доказали, их рано списали со счетов. Михаил Якимов с подробностями противостояния. До приезда в Новосибирск у «Зенита» было 33 победы подряд во всех турнирах. Завоеван первый трофей сезона Кубок России и комфортное преимущество в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. После 2 поражений в Казани «Локомотиву» для продолжения борьбы за выход в финал нужна была только победа. И она не казалась чем-то фантастическим. Ведь в гостях, несмотря на проигрыши, наши парни дали бой фаворитам. А теперь играли еще и при поддержке своих болельщиков, которые заполнили «Локомотив-арену» до отказа. Третья игра серии вечером в пятницу началась в пользу железнодорожников. Довольно быстро заработали преимущество и сохранили его до конца первой партии – 25-18. Во второй партии гости не собирались опять отпускать хозяев вперед так же легко. Исход сета решился в игре на больше-меньше. Но опять в пользу «Локомотива» – 27-25. Получилась красивая игра. Немножко похожа на предыдущую в Казани, в которой только концовки были наши. Там был Казанский. В третьей партии игра сохранила свой нерв. И казалось, что на матч боли Омар Курбанов не попал в площадку. Счет сравнялся и опять не хватит 25 очков, чтобы выявить победителя встречи. Но после видеопросмотра судьи определили, что мяч коснулся руки одного из игроков казанской команды. И «Локомотив» победил 25-23 и 3-0 в матче. Мы просто рады, как вот Пламен говорит, взять эту партию в этой игре, в этом большом матче. И двигаться дальше. У нас сейчас, как скажем, мы чувствуем этот вкус камбэка и хотим продолжить побеждать. Нам это надо принять, и проигрыш – это вообще нормально. То есть такое случается в спорте, и мы немножко к этому не привыкшие. Ну, я даже думаю, что и на пользу нам это где-то ситуация. Главное – сделать правильные выводы из нее. Четвертая встреча в воскресенье опять началась с преимущества нашей команды и уверенной игры в концовке первой партии, в результате чего «Лока» забрал ее себе 25-21. Во втором сете опять упорная борьба до самого конца и счет 25-23 в пользу железнодорожников. Казалось, казанцы не сделали правильных выводов и случится камбэк «Лока» в серии. Но игроки «Зенита» нашли какие-то дополнительные силы, добавили в игру эмоций, улучшили качество подач и в итоге забрали себе третий сет 25-21, а потом и четвертый 25-20. Счет 2-2, «Зенит» вернулся в игру. Обе команды вышли на тайбрейк, как на последний бой. И здесь опять никто не уступал до самого конца. Но в итоге «Зенит» чуть сильнее. 15-13 в укороченной партии, 3-2 в матче и 3-1 в серии. Казанцы выходят в финал, а «Локомотиву» предстоит битва за бронзовые медали.
И в завершении выпуска коротко о выступлении двух клубов «Новосибирск» – футбольного и баскетбольного. Оба проводили матчи на своих домашних площадках. Футболисты сыграли в ничью с «Зенитом» из Ижевска. Встреча завершилась со счетом 2-2. Баскетболисты, в свою очередь, победили соперников из Иркутска. Решающим стало трехочковое попадание Сергея Зоткина на последних секундах матча 87-86. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи.